Всем привет! Сегодня вот хочу поохотиться на бобра с ружьем. Сегодня полнолуние, может быть, что-то будет видно. А так вот, у него тут везде погрызки. Вот недавно совсем березку спилил. Погрызки буквально везде. Сейчас здесь, наверное, где-нибудь надо будет выбрать место. Может, возле тропы где-нибудь. А вот у него тропа от реки и в лес. И вот у него везде здесь покосы. Вот эта тропа выходит у него какое-то болотце. Вот он тут осин накосил. Вот это свежее у него здесь начало вон в воде грызть. Так что присутствует это точно. Так, и вот там дальше еще одно свалил. Еще даже не начал раскрыжевывать. И везде у него здесь тропы. Вот у него тропа пошла тоже в реку, уже с лесу. Вот там кормится тоже. Здесь вот он вылазит на берег, и пошла тропа у него. Короче, где-то здесь надо и засесть. Тут не глубоко, что можно будет достать его. Тут у него плотинка, уровень поддерживает в этом канале. Да, место здесь, конечно, шикарное для постановки капкана, но попробуем с ружья. Вот тропа такая набитая. Вот выбрали место. Тут такая мелкая протока проходит, соединяется с руслом. Ну и, короче, обзор тут хороший. Там хата. Вот хата там. Будем ждать. Иду. Вот такой бобер снимал, короче, уже. Он еще дергается еще. В темноте. В полном. Ну такой, наверное, около 20 килограмм. Ну да. Может чуть поменьше, конечно. Не, ну. Ну, не знаю, может, видно его? Не, посмотри, вот так видно. Ну, да, да. Вот такой. Ну что, охота удалась. Вот такой вот бобер. Блики по воде было видно. А мушку наводишь, короче, и это. Ничего не видно. Так, можно сказать, наугад стрелял. Повезло, что он на берег залез. Я его добивал уже на берегу, и он просто скатился в воду. Вот. Ну что, хороший бобер. Охота удалась. Ну все.